Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения, с вами Рэй. И мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Ну что же, тренировка, давайте, наверное, заберем, если кого-то можем забрать. Так, одних, одних только и все. Эй, жалко, погоди-ка секунду. Ха-ха, вторых. Так, сразу, наверное, ребята, их отправим, да? Ой. Да, в принципе, не жалко, 4 энергии потратили. Ну а что поделаешь, ребят, они все равно у нас не особо сильные, поэтому пускай там и сидят. Так, давай-ка глянем, что у нас в армии новенького. Так, есть? Есть. Ух ты, у нас ребята-щитоносец получает 4-ю звезду. Конечно же, мы будем его развивать. Хо-хоу, круто. Так, что у него? 15% удар щитом, оглушает врага, защищаясь щитом. Понятно, отлично. Так, у нас еще что-то здесь есть, где? Ага, понял я. Да-да, ребята, это Ву Джен, который у нас получает 3-ю звезду. Ну что ж, неплохо, я считаю. Мы как раз хотели его подраскачать, малька, и у нас это получается потихоньку. Ну что, так, и будем сейчас, ребята, с вами определяться. Так, кого же нам взять? Здесь у нас 67 и 66 уровни, ребята. Здесь у нас... Ой, Джаггер, здесь щитоносец. И все довольно крепкие. Ну, нам нужно как? Скорее всего, вот эта вот группа. Почему, ребят? Потому что здесь у нас есть прыгун. Прыгун нам здесь нужен для чего? Для того, чтобы уничтожать хилов. Да, я думаю, что мы попробуем вот этой командой с вами зарулить. Не знаю, что у нас получится, не получится. Но, тем не менее, надо постараться. Так, враг сильный, очень сильный, тут не поспоришь. Столько, извините меня, разница уровней, что даже я боюсь просто представить, что сейчас может здесь случиться и как оно все будет происходить у нас. Ого, ого. Так, я даже не знаю, ребят, я даже опешил малька. Слушайте, надо вот так попробуем. Ага, тут хорошо у нас получилось, двигаемся с вами дальше. Вот хилбот, вот это вот плохо, ребят. Хилбот очень плохо, поэтому вот так вот мы для начала. И не забываем, ребята, что нам нужно копить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как же Джиггернаут, ребята, разбирает легко нашего, извините меня, голема. Очень легко и быстро, так, отлично. Вот уже другой разговор. Смотрите, мы, ребята, с вами уже бомбим базу. Надо вызывать деда как можно быстрее. Дедушка, давай быстрее копись, ну... Есть, я его вызываю, ребята, я вызвал деда. Надеюсь, он нам здесь поможет, а он должен нам помочь здесь. Иначе, иначе мы проиграем. Вышел, ребята. Ой-ой-ой, ты посмотри, как он в одну секунду уничтожает всех у меня, ребята, абсолютно всех. Ой-ой-ой. И дед здесь, к сожалению, ребята, не поможет нам, не поможет никак он, к сожалению. Ребята, вы посмотрите, что здесь происходит. Я даже не знаю, как мы здесь, ребят, с вами сможем, извините меня, продвинуться. Да, меня может спасти, ну хотя вряд ли. Вот если мы заморозим фаербол, вряд ли здесь, ребята, нам что-то сделает выгодное. Вряд ли. Ну, мы уничтожили, да, мы убили хилбота. Дальше там, извините меня, встают щитоносцы, которые очень и очень крепкие в плане того, что они защищают. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, не знаю, ребят. Вот, смотрите, опять у меня прыгун перескочил. Он не может, ребята, просто забомбить. Его хилбот, смотрите, там хиляет. Ой-ой-ой-ой-ой, да. Большая-большая. О, у меня еще раз дед накопился, ребят. Дед накопился, посмотрим, что у нас из этого получится. Что-то мне кажется, что ничего хорошего у нас из этого не получится. Потому что дед еле идет и... Ну... Да, он бьет, но он не может ничего сделать. Он... Ой, его и оглушают, и тут же и разобрали. Знаете, кто нам здесь нужен? Нам здесь нужна богиня, ребята, богиня света. Ну как вот тут, я не знаю. Это бесполезно, просто бесполезно. Во, во-во-во-во-во-во-во, смотрите, смотрите. Вы видели, как он испугался, этот терминатор-то фигов? Сразу на попятный ушел, а? Но нет, тут, конечно, ребят, не вариант. Он просто нам не дает здесь ничего сделать. Да, хилбот хилбота лечит, офигеть. Ладно. И причем у нас следующий фаербол будет очень, ребята, дорого стоить. Понимаете? Блин, я уже думал, что мы с вами победили этого терминатуса, но не тут-то было. Терминатус чувствует себя просто великолепно. Смотрите, видите, он отходит.
Он отходит, соответственно, здесь встает Джаггернаут, который просто... Мыши мои летучие здесь вообще разбираются на ура. Просто как вата. Понимаете? То есть от них здесь толку никакого нет вообще. Да, как же быть? Ума не приложу, ребят. Вот, смотрите, летучая мышь, видели? Просто с удара ее накрывает. Джаггер уже начинает бомбить нашу базу. Как же быть? Я не знаю, ребята. Ну-ка, попробуем вот так вот сделать. Обманочкой. Получится или нет? Нифигашечки тут не получится, по-моему. Смотрите, хилбот очень офигенно, да, ребят? А мы попробуем вот так вот сделать. Мы попробуем, ребята, обманом зарулить. Хорошо. Так, давайте как... Пока по-быстренькому, ребят, возьмем инициативу. Пока он не вызвал своего, как говорится, этого босса. Если он его вызовет, все, тут хана будет, ребят. Мы не сможем ничего вообще сделать. Поэтому будем надеяться, что он не успеет. Но он джаггернаутов одного за другим вызывает, а? Ты посмотри. Так, о, оборотень перепрыгнул. Так, давай, оборотень, там, наведи шороху. Вот, ураганчик еще. Слушай, а может быть мы сейчас здесь и пройдем. Хотелось бы, ребят, очень сильно хотелось бы. Просто не представляете, как. Так, заморозили. Да, я потратил кристаллы гемы. Но это вынужденная мера, поверьте мне. Давай, 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 давай. Базу, 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 базу. Ребята, базу бомбим. Ну, есть. Да. Дорого мне это, конечно, встало. Победа, ребята, тут все сами прекрасно видели. Фу, прожимали они, конечно, капитально. Ну, оно на то и рассчитано, ребят. Уровень-то какой был у противника? Сильный, сильный был, я ничего не могу сказать. Ну что ж, сундук робота, ну, ну что же вы мне даете? Вот все самое ненужное вы мне и подсовываете, а? Ну ладно, хорошо, хоть дали босса 10 карточек. У меня же даже, ребята, в горле пересохло, елки-палки. Мы с вами перебираемся на территорию людей. Так, ну что же, у нас, смотрите, начинается здесь грифон 67 уровня и также паладин 67 уровня. Для этих целей мы с вами выберем... Хм, а что если нам взять вот эту команду? Да-да-да, я, кстати, так, наверное, и сделаю, ребят. Мне здесь очень хорошо должна зайти ведьма. Слушайте, здесь же кто у нас будет? Надеюсь, это та команда, где будут вонючий копейщик и никаких фехтовальщиков и воришек. Потому что иначе будет полная труба. И я помню ту командочку противную. Интересно, а кто сильнее, грифон или мой маг-воин, а? Как вы думаете? Блин, ну вот паладин у него точно сильнее. Это видно даже. Ёлки-палки, вот это он прожигает. Вот это он прожигает, ребята. Сейчас упадет. Некро! На удар тебя хватило. Жесть какая, а? Ладно, попробуем вот так вот сделать. Давай, 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 всадничек, ну быстрее ты поднажми, малька. Как так умудрилось? Я не понял, ребят. Да ну, это что за сказочки-то такие, эй? Ребятули, где справедливость, я вас спрашиваю? Давай, некро, вызывай своих скелетиков, ё-моё. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ну-ка, если мы вот так вот сделаем. А если мы вот так вот сделаем, а, ну? Да ладно, блин. Ну и как быть? Ребят, есть какие-нибудь мыслишки по этому поводу? У меня есть только одна мыслишка. Если я успею вызвать свою ведьму, тогда мы с вами здесь выиграем. Если не успею, мы с вами здесь проиграем. Да он паладин за паладином высылает и все. И хоть ты тут что делаешь? Так, секунду, ребят, секундочку, секундочку. Ведьма, 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 ведьма. Готовься, готовься, готовься. Есть, я ее вызвал, ребят, я вызвал ведьму. Опа, ну-ка иди сюда, хламоны. Так, ведьмочка, не подкачай папу, пожалуйста. Вот она, ребята, ведьмулька. Начала вызывать зомбиков. Нет! Фу, повезло, я думал, сейчас у меня ведьмочка упадет. Но, оп, вы видели, как она дамажит? Вы видели? Она просто у паладина половину здоровья отнимает. Круто. Тут ничего не скажешь. Так, ладно. Ну все, ребят, здесь мы победили. Но это была первая бойня, ребят. Первая. Дальше я... Я дальше не знаю, что будет. Дальше будет просто финиш. Ох-ох-ох-ох-ошечки, да, вот так вот. Ой, ёпарасоте, а здесь у них еще прибавляется, ребята, жрица, которая будет хилять их всех. Ох-ох, ну здесь хотя бы грифон 3 звезды. Ладно, ребят, пробуем.
Слушайте, интересно, когда наступит тот момент, когда я скажу: все, ребята, приплыли. Наверное, уже скоро. Чувствую, что еще чуть-чуть, и все, и просто дальше мы с вами не продвинемся. И что делать, я ума не приложу. Ну что, давай там вызывай своих паладинов. Где они у тебя? О, ты танк сделать решил? Фу, странно. Ну ладно, хорошо, хорошо, он трехзвездочный, ребят. Видите, сразу упал с удара. Это плюс для нас, причем большой. А вот то, что жрица здесь вылезла, это большой минус. Воу, и она ватная, оказывается. Я думал, она будет крепенькая, нет. Ну, давай, 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 давай. Опс, разбега, малорик. Блин, грифон все равно уроняет моих этих всадников на журавле, как щепки. Отдай ману. Слушайте, я бы хотел, честно говоря, вызвать ведьму, потому что она должна здесь разрулить, по идее. Сейчас мы немножечко с вами накопим энергии, да, и я буду вызывать ее. Ну, давай, 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 ведьмулька, я знаю, что вся сила у тебя, вся сила в твоем вот этом вот посохе, если это так можно назвать посох. Ну, это палочка какая-то там, да? Вульгримовская палочка, назовем ее так. Да, чего только в голову не придет, поиграя в такую игру. Так, жесть, ребята, жесть. Смотрите, мы пробиваем, пробиваем их и бомбим. Уже практически разбили башню ихнюю. Смотри, сколько зомбиков она наплодила, наша ведьмочка. Ай, красота. Слушай, ведьма рулит на самом деле, поэтому, ребят, если у кого есть она, то я вам советую ее прокачать как можно круче, потому что вы не пожалеете с ней. Так, а вот здесь у нас уже добавляется фехтовальщик, и это очень плохо, 67 уровень. Слушай, и грифон 67 уровня, о-оу, о-оу, вот тебе и о-оу, ну зато паладин 65-го, да? Ладно, давай, будем той же самой, ребят, командой рулить, у нас другого варианта пока нету. Так, ну что, мне еще вот эта башня не нравится, знаете, тем, что у нее суперудар отражение, ребята, это... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, смотри-ка, фехтовальщик-то уже вышел, вышел. Интересно, а моя богиня света справится с ним? Ну-ка проверим. Бум с удара. Это хорошо, давай еще одного снесем с тобой. И мы как раз, ребят, накопили, ну как, не накопили, мы насобирали манны с вами как раз на нашу ведьмишку. Я думаю, блин, а он не даст, или даст? А ну-ка посмотрим, ребят. Давай-ка вот так вот мы притянем их. Опа, она, видите, что... Ох, она вот даже как делает. Даже когтистого вызывать может. То есть любую нежить. Так что же я могу вам сказать? Ой, 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 пошло, пошло, пошло. Пошло отродье, ребят, смотрите. Ай, как красота-то получается. Смотрите. То есть мы зомбарей тут наплодим сейчас столько, что... Туч, ничего не поможет им. А, нет, погоди, 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 не надо, не надо. Ведьма, отходи, 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 роднуля. Отходи, радость ты моя. Фух, нормуль. Вроде. Слушайте, а хорошо, что ведьма все-таки отходит. Я думал, она как болванчик будет идти чисто вперед. Нет, хватило у Мишка-то отойти. И это большой плюс, ребята. За счет этого мы с вами и побеждаем. Да, дайте вот мне карточку в башне забрать. Фух. Слушайте, очень даже круто. Ну что же, предпоследний у нас бой. Ёпперсете, ты посмотри. Жрица 68 уровня. Ага, вот так вот, значит. Слушайте, что же нам сделать-то здесь, как вариант? Думаете, прокатит? Я почему-то сомневаюсь. А вот... вот эта вот бригада, наверное, тем более не прокатит. Тю-тю-тю-тю-тю-тю. Слушайте, ну, может быть, вот этими попробовать, а? Хм, как вариант, но я боюсь, грифон здесь нам столько бедно. Не, давайте попробуем все-таки вот этой вот разрулить. Уж начали, как говорится, так будем добивать. Еще раз повторю, главное, ребята, здесь успеть накопить на ведьму. Если ведьма выходит, вы сами видели, что происходит. Она просто здесь всех распиливает. Ей пофиг на все, она вызывает вспомогаловку себе. А вспомогаловка у нее это зомби, ну, всякая нечисть, короче. Вот я сейчас хочу попытаться. Не знаю, что, конечно, из этого выйдет. Успеем. Блин, ну что ты делаешь, а? Слушайте, ну расстояние пока есть, поэтому я погнал. Я погнал, ребята, надо как-то вот ее прикрыть. А, вот как прикрыть? Давай вот так попробуем. Давай вот так вот попробуем. Ага, отлично, ребята.
Отлично, кстати, получилось, между прочим. Вот что я вам скажу. Так, она вызвала когтистого. Когтистый — это уже тоже плюс, потому что он может... Слушайте, скорее всего, ребята, здесь будет победа за нами. Должна быть победа за нами. Нет, смотри-ка, та хиляет так довольно нехило, да, ребят? Хиляет довольно нехило. Хорошо звучит. Так, ну... Да вы достали уже там, хламоны, а. Притулились сзади и думают, что им все позволено. Нет, ничего вам не позволено здесь. Грифон минус, нет? Ну, сейчас будет минус. И все, ребята, и вот мы уже в цели. Мы, как говорится, уже у замка. И будем сейчас, естественно, его разбирать. Тут и деньги, и приворожение. Все, все, вот она, ребята, ведьма во всей красе. А вы говорили, все отлично просто. Ну что ж, последний бой у нас. Смотрим, кто у нас тут. Так, у нас здесь босс... Жрец, смотрите-ка, как фехтовальщик выглядит на 68 уровне. Ну, не на 68 уровне, а на 5 звездах. Ха-ха, прикольно. И смотрите, какие здесь у нас враги. 68 уровень, 66, 67. Короче, это полная жесть. Вы представляете, я 62 уровня против 68. На 6 левлов разница. Это, ну, просто сумасшедшая разница, ребят. Обалденно, тем более здесь фехтовальщик. Он мне не даст, ребята, успевать накопить на мою ведьму, потому что он будет его сейчас вызывать. Да-да, вот именно так я и думал, что будет происходить все. Он не даст. Ну что, если даже моя маг-воин сейчас его положит. Положит же? Да, она его также с удара валит. Но, видите, я уже потратил, ребята, достаточно энергии. И мне нужно накопить, опять же, теперь на ведьму. Ох, отражение, конечно, сработало, но не так сильно, как хотелось бы, ребята. Вот, я вызвал ведьму, а расстояние еще есть, надо как-то что-то делать, как-то, блин, я не знаю. Надо притягивать это все дело. Вот, молодец, молодец. Ведьма начала работать по полной программе. Так, мы сейчас убиваем паладина, и из него кто-то у нас появляется, да? Еще один зомби. Так, фехта... Оу! Хо-хо-хо, это как так? Это как это так... Так, ребят, мне нужна магия. Мне нужна обязательно магия, ребят. Потому что сейчас я чувствую будет... Опа, вон жрец. Притягиваем. Притягиваем всех. Надо уничтожать паладина. Обязательно паладина уничтожать надо. Ну, упал. Так, смотри. Опс, ты видел, что сделал бородавочник? Он великолепно сделал, он оглушил. Ну... Хорошая ведьмуля, очень хорошая, ребят. Просто... Ой, ребят, тут надо быть аккуратнее, потому что у мага массовая атака, и он бомбит очень серьезно. Поэтому, фух, вроде бы все отлично, ребят. По-моему, победа здесь за нами будет. Да, слушайте, я жалею только об одном, что я ведьму не раскачал раньше. Фух, так, ну что же, получаем сундучок человеческий, да? За человеческую расу. И кого нам дадите здесь, а? Дали этого гнома. Ну, 8 лучников дали. И немножечко золота. И мы с вами переходим в нефритовую долину. Это, кстати, последняя долина в этом телепорте. Так, кстати, мы хотели... По-моему, я могу гномиков улучшить, да? Если я не ошибаюсь. Сейчас мы с вами посмотрим. Так, ну это все понятно. Да, ребят, по-моему, можем. Ну, давайте улучшать их. Ну а почему... Ой, подожди, я же хотел развивать, а не улучшать. Вот. Эльф. Обычный подданный воин. Ну, естественно, развивать... Ой, подожди, а вот это что такое у меня здесь? Опачки! Ребятули, у меня база развивается до 2 уровня. А? Собор. Слушайте, ну, честно говоря, мне не очень собор нравится. Не... Ой, смотрите. Если бы у нас еще было бы 4 карточки, мы смогли бы с вами поднять уровень жреца. Не уровень, а ранг. До 2 звезд. Кстати, на подходе у нас даже маг-воин. Это отличная новость. Слушайте, а что мы здесь можем взять? Так, запрос, естественно, делаем. О, хорошо, хорошо, ребята. Мы с вами, грубо говоря, сейчас вернули те самые гемы, которые потратили. Кстати, ребят, сегодня проходил вот это вот ежедневное испытание. И знаете, что я вам скажу? Это был звездец. Вы посмотрите. Вы просто посмотрите, ребят. Кто здесь у нас? Голем пятизвездочный. Тыквоголовый, банши и самобаза. Но я победил один раз, правда. Если честно, одна победа была за мной. И я выиграл 22 карточки.
22 карточки тыквоголового. И все, и два раза слился. Короче, это была просто жесть полнейшая. Так, ну что же, мы с вами, наверное, продолжаем проходить сюжеточку. Так, мы с вами в нефритовой долине, а вот это вот не радует меня вообще нисколько, потому что у нас Ронин 68 уровня. Вы посмотрите, как он выглядит. Такой поношенный мужичок уже, да? Кого брать нам против него? Я ума пока не приложу. Слушайте, наверное, у нас где с вами... Ага. Баллисту, что ли? Вот попробовать пятизвездочный. Блин, ну это же жесть, ребят. Ну как вот? Он же сейчас будет его сразу вызывать. Он ехоу, выбежит и звездец. И никто не сможет противостоять ему. Так ведь? Или сможет? Ну, предположим, вот так вот мы сделаем. Естественно, хай. Вот тебе и хай. Ты посмотри. О, оглушили. В коем-то веке, ребят, мы... Смогли оглушить этого хламона, буржуя. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Да, блин, оглушай его. Да ладно, блин, один за другим, ребята. О, нет. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Ничегошеньки тут. Ты посмотри, они базу распекли. Они базу распекли в 3 секунды. Ёпарасете, и чё? И как быть? Ребят, нервный смех, ё-моё, я даже не знаю. Как? Кем? Что? Куда? Ну давай попробуй вот этими вот. Ну это... Не знаю. Если только ниндзя, ну... Опять же ниндзя. Что ниндзя? Если он сейчас выбежит там как сумасшедший, тут и ниндзя нафиг никакая не поможет. Согласитесь, ребят. Да ведь? Я вот так вот. Вот, вот посмотрим сейчас, как он будет с големом. Да как? Так же, елки-палки, разбирает как сосунка. Ну, ниндзя! Ту-ху-ху-ху. Слушай, я не знаю тогда, что делать-то вообще здесь. Да ладно, этот с удара. Отлично просто. О, ребятули. Это, по-моему... Ну все, вы достали меня. Слушай, я не знаю. Как быть-то? Да иди ты, хайкай там мне что тут. Как быть-то здесь? Давай летучку вызову на всякий случай. Ну... Чем нам тут летучка-то поможет? Так, ну хорошо, вот сейчас бомбим, якобы бомбим, но... Ага, добомбились! Нет, 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 что-то как-то не айсово, ребят, тут все это получается. Да будет она падать или нет? Ну давай вот так вот сделаем, фиг с ним. Так, летучка. Вау, да он с удара сносит, ребят. Он с удара сносит, ему вообще пофиг на все. Нет. Вот, вот он, ребят, вот предел. Предел, по-моему, всех моих мечтаний. Нет, гемы я больше тратить не буду. Нет, ни за какие ковришки. Как вам такой, ребята, поворот, а? Нормуль? Просто жесть, да? Просто никто ничего не может здесь сделать. Вообще ни один... Ни один мой отряд не сможет здесь устоять. И как же нам тогда с вами развиваться-то здесь в дальнейшем-то? Джаггернаут. Да что Джаггернаут? Это не то, ребят, все. Это все совсем не то. Он нам здесь не поможет вообще никак. Нет, ну я могу, конечно, попробовать его взять. Сколько он там стоит по мане-то? Черт, я не помню, где тут мана-то есть у него? 250 маны он стоит. Пу-пу-пу-пу. Ну, блин. Эти не успевают, вы сами прекрасно видели. Он сносит их как орешки, ё-моё. У него крит просто охрененный. Крит охрененный. Слушай, а если мы, например, здесь возьмем вместо... Нет, не здесь, а вот здесь. Да, блин, смысла нету. Вот здесь вот вместо, например, того же самого прыгуна взять нашего молотильщика. Ну, я просто не знаю, кого еще. Или улитку. А, улитку смысл брать, улитку, она не раскачанная. Кто может противостоять Сёгуну? М? Нет, может противостоять этот пришелец, но он все равно... Может противостоять вот этот вот нефритовый боец. Терракотовый воин, точнее, блин. Слушай, может вот этот против... Он же любитель, да, у нас присосать, отсосать. И так далее.
Эти все остальные у нас дорогие. Черт подери, неужели нам придется... Да, ребята, игра вынуждает меня полностью пересмотреть нашу колоду. Полностью, абсолютно, ребят. И вот я сижу сейчас и думаю, кого же тут можно было бы взять, раскачать. Ладно, для начала попробуем вот так вот. Здесь, в принципе, летучая мышь вообще не нужна, потому что она здесь не заходит ни хренашечки. Вот так вот взять. Ну вот таким составом попробуем, ребят. Не знаю, что получится. Видите, если бы здесь не было бы всадника на журавле, можно было бы как-то еще поиграть. Понимаете, сейчас он ниндзя. Это единственный, по-моему, который у меня воин может стрелять по воздушным целям. Она слабая. Ее нужно постоянно прикрывать. Ну вот кого мы сейчас можем? Ну, вызовем, например, мы сейчас голема. Предположим. Он же сейчас его с двух ударов, ребят, расчикает. Раз... Ну, с трех. Ну, мы расчикали, да? Расчикали, хорошо, давай дальше посмотрим, что у нас получится. Давай вызову ниндзю. Блин, ниндзя здесь вообще не... Она здесь не в тему. Хорошо, давай вот так вот попробуем. Ага, хорошо. Хоть как-то сдержали, ребята, хоть как-то. Иди отсюда. Хайкает он меня здесь. Слушай, ну есть, есть. Небольшой, ребята, шансик какой-то. Вообще маленький, малюсенький, прималюсенький. Блин, ну это... Я не знаю, ты посмотри, вот смотри, что сейчас было. Так, ладно. Ха-ха. Ну это только начало, ребят. Это только начало и... Фух. Блин. Это очень жесткое начало. И... Не знаю, как я тут умудрился выиграть. Чудом просто каким-то. Ты посмотри, что тут сейчас будет. Что сейчас тут будет твориться, ребята. Тыракоша плюс Ронин. Ё-моё, ё-моё, тут будет сейчас просто жесть какая-то. Я этого хмыря, наверное, никогда, ни вовек не пробью этого Тыракошу, который тут будет сейчас выходить периодически и компенсировать нам мозг. Выходит у меня голем, естественно, сразу же отправляем молотильщик. Оу, ты посмотри, какой он сделал коварный ход, ребят. Я не ожидал. Я, честно говоря, не ожидал, что именно вот так вот он сделает. Поступит. Ага. Ладно, давай. Молотильщик. Да иди ты. Раздражаешь просто. Вот, вот чего, ребят, я боялся. Так это вот, блин. Ну вот как вот, вот просто подумай, вот прикинь, как здесь вот можно снять. О, хорошо, что у ниндзя моей сработало это. Отсрочка смертельная. Е-е-е. Слушай, ну может быть, хотя вряд ли. Не-н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 е. Ну фаербол, ну где ты там? Ну что ты там 3 часа, блин, откатываешься? Ну давай, ты мне очень нужен. Погнали, блин. Вот так вот, заморозка. Все, бомбим его нафиг. Блин, теперь нам нужна ниндзя. Ай, не могу. Не могу, прям вот. Не понос, так золотух, ребят. Не золотуха, так понос, ё-моё. Ну что, ну естественно, естественно. Естественно, здесь он пробивает. Ну, конечно же, всех причем. И во всем виноват вот этот вот воин. Вот он во всем виноват, ребят. Да и дрен ты, бату, с удара просто пум. И все, и снес, ребят, и снес. Снес к ядре, не фени. Фу, а вы еще говорите бомбит. Да, конечно, бомбит, а как тут не бомбить не должно? Я не знаю, ребят, ну... Ну как вот тут можно спокойно играть? Как? Да никак, ее красота, блин. Да ну, это хер полнейшая. Как вот этого вот говнюка я должен пробить? Как вот вы мне скажите, чем? Чем я его должен, блин, бомбить? Ладно, поехали. Достали уже, блин. Иди отсюда, хрюкает она мне там, блин. Иди тоже отсюда, хайкает, блин. Я не знаю, ребят, жесть просто какая-то. Это вот так вот я должен гемы, да, тратить теперь? Да? Вот таким вот макаром я должен играть? Ну, естественно, всадник на журавле, который сейчас раскидает, уже раскидал всех моих этих. И остается вот вызывать вот этих сопляжуев. Да... Слушайте, я, знаете, о чем сейчас вот в данный момент пожалел? О том, что я убрал летучую мышь.
Угу. Вот об этом я сейчас почему-то пожалел. Я не знаю, молотильщик это, конечно, все хорошо, но от него тут эффекта вообще никакого, ребят. Он здесь не заходит. Ой-ой-ой-ой-ой, что тут происходит? Да нате всей кучей, как говорится. Пошел отсюда. Так, ладно. Сейчас, естественно, ребята, выйдет всадник плюс самураешка выбежит. Как же без этого-то? Без этого никак. Дракоша меня очень сильно напрягает. Вот поверьте мне, вообще напрягает капитально, ребят. Ну посмотри, встает в свою вот эту вот непробиваемую стойку и все. Нати! Всем до кучи достанется. Что там по времени? По времени хреново. Вот что у нас там по времени. Я даже, если бы даже, ребят, по возможности мог бы как-то вызвать своего деда, хотя это вообще, наверное, нереально. Да и вряд ли бы он тут что-то сделал, если честно. Сейчас просто бы вы... Блин, ну... Конечно, хай. Вот тебе и хай, ребята. Фух. Подходит, 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 подходит к базе, к моей. 22 секунды. Куда? Я не знаю, ребят, куда. Куда? Да никуда. Ничего мы не сможем здесь сделать. Фаербола нету, этого нету. Наземные мои вот эти вот тараканы ничего здесь сделать не смогут. Ну, давай посмотрим. Вот вышел, например, дед. Ну, что ты сделаешь, дедуль? Ну. Ты даже всадника на журавлей не смог подбить с удара. Ё-моё. Ну, о чем тут вообще можно говорить, ребят? Ну, о чем? Да иди ты, нервируешь меня же, хайкает он здесь. Ну, это вот сколько вот, ребят? Ну, подумайте, да? Я потратил гемы, я потратил это... Все для чего? Для того, чтобы, наверное, и сейчас есть вероятность сплавиться. Нет, ну сейчас уже нет, конечно. Как? Вот как переигрывать, например, мне этот уровень? Как? Я не знаю. И как вот... Ну вот... Ой. 67 уровень, ну, 4 звезды. Ну ладно, ну хорошо. Вот здесь можно еще попробовать, ребят. Ну... Это жесть. Я попробую, я попробую. 4 звезды это не 5... Хотя и пятизвездочных что-то там и не было. Ладно, посмотрим, ребят. Я уже не буду там переигрывать. Хотя надо бы. Ага, понял я, начинается. В России утро. Естественно, начинается это все с Ронина. Ронина, уронина. Давай распилил. Да распилил, блин, ты его. Ой-о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 й. Да куда ты, куда ты, куда ты. Куда ты разогнался, сопляк, а? Ну куда, ну. Ну куда, ой. Ребят, вышел тигр. Ну-ка, давай вот так вот. Опс. Мы его не смогли, к сожалению, подбить. Да, смешно. Это просто смешно. Да, обхохочешься, блин. Обхохочешься. Фу. Все, ребят, ну тут труба. Тут труба трубешная, полнейший трубешник. Я не знаю. Я не знаю. Что? Что тут можно? Как предпринять можно какие-то попытки к победе, когда тут тебя, извини, меня валят? Поехали. Хрен им всем. Иди отсюда. Вылезла, блин. Так, ладно, попытаемся еще разок, ребят, повторить. Ну и повторили, блин. Да, епарасоте, что ж ты будешь делать-то, а? Ну что, ну... Да как быть-то, ё-моё, как дальше играть? Да ну, да завязывай ты уже, а, ну в самом-то деле, ну хорош. Ну успокойся, а, ну что ты. Ну, ураганчик, сдуй их нафиг отсюда, пожалуйста. Чтоб глаза мои больше не видели здесь вообще. Заморозка есть, правда, впустую пролетела она. Иди отсюда, хайкать будешь в другом месте. Так. Ага. Что-то, кажется, получается, по-моему. Я надеюсь, я не ошибаюсь, получается? Слушай, по-моему, получается, ребят. Получалось, я хотел сказать. Да как так? Это... Как такое может быть, блин? Ну, да беги, ну пукни, пульни там, я не знаю, что им сделать. Черт подери, блин. Да бейте вы эту базу, блин. Да ну какого лешего ты выпил? Да ну, хорош.
Да хорош, я говорю, блин, давай, ну, подбить, да... Да ну, вы что, вы издеваетесь, что ли, а? Да как ты плодишь этих уродов-то своих, а? Как ты их плодишь с такой скоростью, блин? Так. Я не знаю, что, ребят, делать, как тут быть? Как тут... А как тут быть-то вообще? Ну, давай вот так вот попробуем. Бум! Ну, естественно, один гаденыш остался. Один гаденыш остался, и это именно тигр. Не, ребят, ну как он? Смотри, он вызывает Ронина, он сразу вызывает всадника на журавле. Это... Не дешевые юниты. В конце-то концов. Ну давай, 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 мечник. Ну бомбани ты там разочек другой. Да, вот стоит, целуется. Да что ты там смотришь, блин? Ну давай, 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 ребята, давай, давай, не подведи, не подведи папочку. Ну, давай, жги. Есть. Не, ребят, я не знаю. Тут нафиг все нервы к чертовой бабушке положишь. Вот честно вам говорю, по-моему, пора. Наверное, завязывать с этой игрулей, блин. Или чика... Ты посмотри. Ты видишь эти красоты? Ты видишь эти красоты? У меня 62-61 уровень против 69-х. Ну, почти 70-х. Вы что, вы издеваетесь, что ли, надо мной? Я не могу понять. А? Вы что хотите, блин? Чтоб я дуплился здесь или что? Я не знаю, как мне играть, в конце концов. Как мне здесь играть? Как выживать? А? Ну это нереально, ребят. Ну нереально. Ну на 10 уровней, считай, они меня опережают. Ну как я должен здесь, извините, рулить? Мне до уровня еще как до Китая раком, ё-моё. Как я должен здесь выигрывать? Донатить не буду. Я ничего донатить здесь. Я не буду покупать эти поганые карточки. Нет, все. Это ужас какой-то, просто, это просто ужас. Я попробую сейчас, ребят, вот этой вот командой еще сыграть. Но это ужас, у меня уже, знаете, у меня уже все, я уже не знаю, что делать. Сейчас, естественно, Ронин побежит, как обычно. Звезданет по базе по моей и начнется пляска. Что-то не выбегает, как-то даже немножко смущает меня это. Почему не выбегает? Где? Ах, вот ты как решил. Почему так решил это сделать? Ладно, я выпускаю некро. Ну и... Тут вот джины, ёпарасоте. Ну давай, некро, ну не подведи ты меня. Ну давай, 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 отлично. Хорошо, хорошо, хорошо. Давай вот так вот хотя бы сделаем. Ну. Ты будешь, блин, бить вот эту вот чувырлу, блин, которая тут намазалась, накрасилась, блин. Так, отдай карточку. Да мы даже вдвоем, ребят, не можем завалить. Понимаешь? Мы даже вдвоем не можем завалить. Как? Как я тут должен, ребята, выиграть? Как должен разрулить вообще эту ничтожную ситуацию, а? Нет. Нет, смотри, он хилится по 600, мои по 200, у него по 600. Нормально? Нормально, ёлки-палки, ничего не скажешь. Лучше, блин, не придумаешь. Просто лучше, блин, не придумаешь. Ну, Ронин, давай там. Букашки жрите этого Ронина. Несчастного. О, хорошо пошло. Опс, отлично. Вот здесь хоть нормально все получилось. Удачно, так скажем, даже, я бы сказал. Так, минус один. Давай вот так вот попробуем. Нет, он просто пробивает их, ребят, как, знаете, как сосунков. Ронин, это вообще, это просто... Блин, я не знаю, как его назвать даже. Это Убер, блин. Ну, да, конечно, почему-то моя не смогла подбить, а вражеская подбила. Давай, бородавочник, блин, да толку-то от тебя здесь? Сопротивление! Просто сопротивление, бородачный просто в пустоту ударил, блин. Ну, правильно, ребят, сопротивление. Тут все сделано против тебя, все абсолютно, все. Начиная от того, что здесь враг идет, блин, в разы круче, блин. И по уровню, и по всему. Как я должен здесь, извини меня, быть его уровнем, блин? Где, блин, справедливость? Че, разработчики, что вообще, о чем думают вообще, я не понимаю. На донат на свой паршивый на этот рассчитывают, да хрен ему. Я быстрее игру заброшу, блин. Вот так вот.
Взломать. Ну, можно взломать, да, конечно. Но тогда смысл в этой игре вообще теряется. Да. Да. Ну, вот как вот этого говнюка будешь пробивать? Может быть, тоже его раскачать, а? Зануду вот этого вот, а? Просто занудан. Самый натуральный. Его по-другому не назовешь бы. Идет как штаны наложившие. И в то же время его не пробить нифига. Понимаешь? Да. Че? Че? Я уже думал, все, прошли. Ага, прошли ее. Ну, естественно. Ранебасту начинает тут веселиться, блин. Не, ребят, ну это нереально. Ты какой-то, знаете, тени толкай, блин. Сам-то по себе Ронин тряпка. В ближнем бою он и грамма не весит. Но когда он начинает дамажить, это вот Маг Воин хороша, у нее есть отражалка. Но она срабатывает так ничтожно мало, что с двух ударов она просто падает. Вот от этого сопряжуя. Понимаете? Что-то он все, он, по-моему, ребят, свой запас исчерпал и больше никого не будет вызывать. Мы просто сейчас подойдем и распинаем базу. Но вы не забывайте, что это не последний уровень, а предпоследний. Нефритовой долины, да-да. Нормуль, да, вот так вот? Как вам такой вариант? Прохождение уровней. Просто изнеможить врага и пройти. Ой, что тут-то нас ждет? Да, ну, вы, ребят, вы что, издеваетесь, что ли? Да вы посмотрите, что тут происходит. Ронин, тигр, всадник. Блин, Вуджен этот, в конце концов. И ветродуй. Ух, это просто, это жесть. Это жесть, ребят. Тут даже никто не поможет, потому что Вуджен просто с одного залпа своего снесет мою баллисту. Ладно, ребятушки, давайте мы с вами на этом завяжем. Прекратим сегодняшний видосик. Итак, слишком нервный он какой-то получился. Обязательно увидимся в следующей серии. Не знаю, конечно, как у нас там все это будет дело происходить и когда будет следующая серия. Но будем дальше стараться. Может быть, я, ребят, сделаю некую паузу и попробую все-таки набить себе хотя бы 63 уровень где-нибудь, как-нибудь, и продолжим играть в эту игру. Ну а с вами был Рэй и Tower Conquest. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.